Давай, молодая мама, тушься, тушься! Видишь, оно трескается, оно вот-вот родится! Давай, сосредоточься так, от зомби прикрывайте, от зомби, это, помогайте, помогайте, давай, давай! Тушься, тушься, сильнее, сильнее! Давай, ты неделю этого сижу, не для того, чтобы сейчас пропустить роды, давай! Тушься, сильнее, напрягись, давай, будь мужиком, я горею! Я сейчас пердану от того, как я тужусь, сколько мне еще тужится, если оно не вылупляется, оно трескается, трескается, ну кошмар, кто там сейчас родится, если столько тужится, да, до хера? Давай, тушься, тушься, на ребенка своего не пукай, сосредоточься, ну давай быстрее! Слушай, мне вообще кажется, что я здесь стою, что я здесь не стою, мне кажется, ты меня заскамил, если я отойду в сторону, он сам по себе вылупится! Нет, он не вылупится, вставай обратно, он сейчас замерзнет, быстрее! Господи, все, тужимся, хорошо, отойди тогда в сторону, вот это, когда ребенок рожается, первым, кого он должен увидеть, это маму, в моем случае папу. Самое главное, чтобы он жулика Плея не увидел, а то ребенку сразу травма на всю жизнь будет, поэтому спрячь этого человека отсюда подальше. А почему сразу я? Я хороший, я красивый. Жулик Плей, проваливай отсюда, вот ты что ясно сказала, давай, давай. Я прикрою, давай. Ты на меня отвлекайся, напрягайся, быстрее. Почему? Скелеты с тыквами пришли, так, ладно. А примерно есть время, ну сколько там, ну вот ребенка 9 месяцев вынашивают, а сколько мне его вынашивать надо? Ну вот совсем чуть-чуть осталось, буквально пару секунд, видишь, уже трещины, он скоро появится, давай, напрягайся, я в тебя верю, давай, у тебя все получится, давай. Может, морковки, пожуй, морковки, витамины нужны. Не-не-не, может я неправильно напрягаюсь, может я это как-то не так делаю, херейт? Ну если ты напрягаешь голову туда, надо напрягаться чуть ниже вместе, поэтому давай, напряги все, что у тебя снизу, давай! Поздравляю! Кого? Он нюхает, он нюхает, он тебе пупок нюхает, дай ему картошку, дай. А он вырастет или он таким маленький будет? Он какой-то, он нюхает, он что-то нюхает, так, он сейчас, он мне вынюхает сейчас вот этот цветок, который мы Стасику и Кириллу на свадьбу подарим. Он, тихо, я сейчас... Вообще, насколько я знаю, ему вырасти сначала надо, а потом только нюхать. Да вот он нюхает. Нет, это он просто... Это от этого... Бишки воняет. Жулик Плей, отойди, вот ты реально воняешь. Я мылся буквально вчера! Когда? Позавчера? Это 2 недели назад так! Это замечаю. А как сделать так, чтобы он вырос поскорее? Его может кормить чем-то надо? Может его цветками кормить надо? Нет, цветками не надо. Может его с гнилой плотью кормить надо? Нет, гнилой плотью... Так, самое главное, чтобы он не сбежал. Это замечательно. Начало... Бесконечной фермы, да, я твоя мама. Начало бесконечной фермы нюхачей, яиц и самых редких цветков в Майнкрафте положено. Ты чё, сумасшедший? Бесконечная ферма цветков? Мы же один хотели подавить только. Кто сказал один? Не один. Доставай свои яйца, житель. Ты шумовато играешь в это? Нет, яйца нюхача доставай. Это мой нюхач. Вот таких еще надо штуки 4. И тогда ферма будет функционировать. Нифига непонятно, переведи, Жулик Плей. Он говорит 4 стака изумрудов и по рукам. Нифига, если ты понимаешь, что он говорит. Ну, вы с ним похожи. Мы с ним в одной школе учились. Пшеница сюда, и грязь сюда. И получается плотная грязь. Первый раз нафиг встречаю такие блоки на самом деле. Если бы мне сейчас не рассказали то, что их можно скрафтить, я бы никогда об этом и вот это и не задумался. А теперь берем 4 блока так, и у нас получаются вот эти вот кирпичи, которые мне сейчас нужны будут для того, чтобы начать высраивать нашу ферму, которая будет 9 блоков на 5 блоков. Еловые бревна поднимаем на 4 блока вот так, потом их вот так вот, да, потом вот так вот соединяем, херейт. Самарские кирпичи. Что, в Самаре на заводе, что ли, сделали? Ну,
Натахе привет тогда получается. Натаха как бы из Самары, походу, где-то рядом с ее домом эти кирпичи делаю. Так, ну все понятно, иди вот это оставь дальше, вот эти все кирпичи, а я пока продолжу делать здесь вот такой вот забор, потому что именно здесь у нас загон для нюхачей и будет, мне кажется, на 2-3 блока можно вот так вот продлить и закругляться. Конечно же, помогать построить, так это сразу я. А вот как новые яйца нюхача искать, так ты всех отправил. Ну а мне самое скучное. Ну как обычно, я уже привык на самом деле. За 3 года с тобой дружил уже, все нормально. Так а зачем тебе яйца нюхача добывать, Ферей? Ты же вот этот мой крестный батька моего нюхача. Поэтому как бы можно считать, один нюхач на двоих, на седафик этот портал. Он нам здесь больше не нужен, хотя... А как же наша мужицкая база? Через этот портал мы к ней вот это телепортировались. Да можно этот портал оставить. Посмотри, вот здесь же забор проходит. Прям тютелька в тютельку, нет? Ну что-то вообще как-то некрасиво. Это тютелька в тютельку смотрится на самом деле. Но в целом... Ладно, как-то вот так вот можно оставить. Так, тащи моего вот этого вот мелкого нюхача вот сюда. Я пока заборчики поставлю вот так вот, чтобы они здесь не сбежали. Очень сильно надеюсь, что все эти бездари, которых я отправил за новыми яйцами, они эти яйца найдут. Они будут сидеть где-то на берегу океана и продолжать слушать анекдоты Икс Данила. У тебя ребенок вырос. Принимай его, смотри, какой большой. Так он не помещает. Он поместился, дядь. Все, сиди здесь. Продолжай нюхать, и главное, отсюда не выходи, отцепляй его. Ты что, понюхал и даже не пометил территорию? Он ничего не выкопал? Ты бесполезный! Я когда с Марти хожу гулять на улицу, он те углы, которые нюхает, потом помечает. А он понюхал и не пометил. Так самое фиговое. Что у тебя Марти делает? Ну, собаки помечают, все, это, писают на то, что нюхают каждый раз. А он вообще ничего не сделал. Это точно мальчик или это девочка вообще? Снежанна. Слушай, а тебя Марти не нюхал, случайно? Нюхал, но на меня он не писал. Писал только один раз на диван. Один раз на кровать, на ковер, на... Да, на все писал, кроме меня. Анекдот, ребята. Идет как-то колобок... Ой, нет. Еще раз. Анекдот, ребята. Идет как-то слон, ему навстречу колобок. Слон его не замечает, наступает случайно. И говорит, блин. Блин! Колобок! Блин! Колобок! Ну типа, колобок, блин! Попытка номер 2. Пометит он этот угол или нет? Да не будет он ничего помечать! У него, видишь, ноздри какие, он только нюхать будет! Понюхал, понюхал, ничего не сделал. Ребёнок у тебя... Фига себе, он меня занюхал, он меня занюхал, прям так занюхал, я думал, я сейчас его ноздри залечу. Так, давай, 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 пожалуйста. Дай один редкий цветок, пожалуйста, покажи, на что ты способен. Выколупай мне его из земли. Так что, слышишь? Есть, есть, есть. Чё, Я семена факельника. То, что надо, так, тащи лопата, пошли, давай, нам и так в любом случае, молодец мой пупсик, я не знаю, чем тебя кормить, Снежана, потом покормлю, так, нам в любом случае в ту сторону бежать надо, где-то сейчас вот это факельник и посадим, давай, вот, где-то вот здесь, надеюсь, то, что его здесь, так, подожди, а, господи, мне так, ядрёт батон, у нас тут еще и шалкер этот находится. Я зачем лопаты это скопал? Если это надо, вот мотыгой копать. Господи,
кошмар. Тащи мотыгу, Херей. Да у меня мотыга всегда с собой, не переживай. Вот, вот так вот, бац, все, давай, сажай. Ядрёт! А, успел, успел, спалила ботаника. Фига себе у меня какое-то вот это. Вот в эту сторону, давай быстренько вот сюда полетели. Водичку прыгаем, главное, не разбиваемся. Вот, вот здесь вот. И теперь самое главное, аккуратненько вот сюда. Ты там не отставай! Вот этот вот так. Нам надо всего лишь пару вот этих вот деревцов срубить, пару саженцев как бы забрать, потом... Ты что, угораешь, что ли? Ты, то есть ты хочешь сказать... То... Через все озеро нафиг оно ко мне сюда прилетело! Да давай, это как раз таки к месту, они тебя сверху не запали, в случае чего... Так, у нас там девчонки, знаете, я такой классный дизайн маникюрчика нашла. Вот не знаю даже, какой выбрать. У меня их аж 5 накопилось. Ой, если б ты знала, на кого я гадала. Это вообще что-то с чем. Ой, расскажи, расскажи, до кого, до кого? Ой. Неужели вот на него? Если захочешь, я могу тебе тоже погадать. Ой, давай, давай, давай. Когда сердце. Ашана, Ашана, мне, пожалуйста, погадай, ну, пожалуйста. Спасибо. Погадай, переживайте. Самое главное, чтобы мы все нашли красивых, хороших мужиков, а не то, что наши эти. Да, согласна. Кто вас ведьм полюбит? Каких красивых мужиков? До конца в девах останетесь, до конца жизни вчетвером. Ишь ты, посмотри, мужей захоти. Так, эти цветы, ой, эти цветы тоже собираем, хорошо? Ты что делаешь? Эй, откуда у тебя? Что? Цветы тоже красивые. Нет, ты не ломай, это наш дом, почему? Цветы. Раз, куда остались кошмар? Светлане, Светлане, Снежане. Господи, у меня сколько в жизни вот, девушек. То Светлана, то Снежана. Снежане надо подарить цветочки. Она мне сегодня факельник подарила, а я ей вот эти вот цветы подарю. Чё? Собираешь в другом месте? Это наши цветы. Мы за них платили, мы их сажали. Стойте, кому? Не собирайте. Кому? Кому на чем ты гадала? А вот это я тебе не скажу. Все секреты еще раскрывать. Ага, сейчас. Обойдешься. Так, слушай, есть у меня одна идея. Девчонки! Смотрите, там Джастин Бибер! Где? Где? Да пошли, там за дерево. Пошли, пошли, ты идем. Пойдем быстрее, Гречка, погоди. Мне кажется, Джастин Бибер давным-давно уже не актуальный, Херейд. Да слушай, я тебя знал первое, что новому пришло то. Надо BTS было говорить, или кто там, я не знаю. Меня не нюхай. Самое главное, продолжай вот здесь вот. Так, а я пока буду продолжать наводить здесь марафет. Одно красивенькое деревцо туда, еще розовые лепесточки вот сюда. Я надеюсь, что они тебе понравятся. Подожди, и еще одно красивое деревцо. Ну, в целом, можно куда-то вот сюда. Надеюсь, оно здесь вырастет. Чё? Тоже готовишься мамой стать? Послушай, теперь один тот. Приходит пациент и говорит: «Доктор, у меня проблема. Каждое утро в 8 утра я хожу в туалет по большому». «И какая же это проблема?» «Я просыпаюсь в 9». Заходите, анекдоты, стендаперы недоделанные. Сюда внутрь, давайте. Заходите, экзанил. Да не, не, а, да, 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 да. Садись. Нифига не понятно. Я не понимаю, что ты говоришь. Ты будешь будущей мамой. Всю следующую неделю ты проведешь на этом яйце. Давай, залезай. Еще яйцо нашли? Да, да, я... Нет, я же житель номер 13. Какое яйцо? Не подходит мне такая профессия. Тестаков, давай. Еще яйцо нашли? Конечно, братан, если грузин сказал, что найдет и сделает, то значит он найдет и сделает. Давай яйцо, и тоже ты будущая мама. Не ломай яйцо, Херит, просто под него поставь мох. Так это так не работает, надо сначала мох поставить, а потом нет, яйцо. Нет, просто поставь под него мох, господи. Запихни туда, да и все, так? Плюс 2 нюхача. Вот у нас сестры у Снежаны появятся. Еще что-то нашли? Да, я нашел яйцо. Вот, держи.
Вот! Нафига яйцо дракона сюда притащил? Ты же просил яйцо! Я принес яйцо! И как ты его высиживать собираешься? Вот так! Да, Снежана, ты, конечно... Ну, все хорошо, будем надеяться, что рано или поздно оттуда маленький дракоша вылупится. Так, все, все остальные, как я понимаю, бездари ничего не понаходили. Ну, в целом тогда и ладно, все, тогда выходим, давайте выходим, пускай эти втроем тут становятся будущими мамами. Подожди, стой! Вообще-то, где моя зарплата? Я хочу деньги, хочу изумруды, готовы все на бесплатной работе. Какая красота! Тут ты смотри, как оно быстро выросло! Хрей, вот это за мной быстро сюда побежали! Я надеюсь, что факельник... Господи, убейте этого шалкера, не переместите его куда-то в другое место. Он же заколебался. Сейчас я вот это сломаю. Все, 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 все. Вот куда-то он переместился. Пускай он... Застрой его блоками. И полетел нафиг. Это ты хочешь сказать? Самый редкий цветок в Майнкрафте выглядит херейт вот так вот? Ну, типа того. Ты чего ожидал? То, что это какие-то заросли огромные и так далее? Нет, обычный цветок. Забираем, 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 забираем и топаем в другое место. Вот сюда. Так, еще раз, да, я рассмотрю его. Как ты меня нафиг даже здесь догнал? Ну это уже какой-то вот это стыд и позор. Так, то есть сюрприз на свадьбу Кирилла и Стасика ты хочешь сказать? Вот этот вот, да? Ну да, но как по мне, лучше было бы две гвоздики подарить. Так в целом как бы... Их две и есть. Мы можем их просто переименовать из факельника в гвоздики. А ну, кстати, да. Так интересно. Ну, пойдем к Кириллу. Только перед этим еще факельников штук 300 добудем, чтобы засадить нафиг все вокруг их дома и сделать им самый запоминающийся сюрприз. Ты думаешь, зачем я делал ферму нюхачей? Чтобы у нас дофига факельников было. Так это сколько нам нюхачей вывести надо? Ты издеваешься? Да вообще-то знаешь, как это работает? Нюхачи размножаются семенами факельника. Они сами нюхают семена факельника, сами их кушают, сами размножаются. При этом эти уже как бы еще... А, только Снежана есть. Они еще даже не родились. А Жека Плейва... Жека Плей вообще бесполезный дракон. Да пускай вы, Сидни, давай не будем рушить его детские мечты. Жулик Плей две недельки и вылупится маленький дракошек. Он скоро вылупится и съест вас всех. А я ему помогу. Он все это деревню уничтожит. Чуть-чуть осталось совсем. Будущим папой, будущим папой. Я говорю, давай не будем рушить. Он до сих пор верит, что Дед Мороз существует. Помолчим лучше. Вы уйдите! Вы моему сыну мешаете улупляться! Да, оставь Ауди в покое, Клайд! Слезь с нее! Выходи, Хэри! Я смотрю, стоит большой этот бегемот, я нафиг сел! И не могу уехать, меня банан держит! Господи! О, привет! Здорово! Ну что, как там подарочек? Выйди сюда к нам. Разреши представить два самых редких цветка в Майнкрафте. Для твоей будущей женушки Стасика. О, гвоздика. Интересно, надеюсь, Стасике понравится. Я гвоздики две штуки-то ей еще никогда не дарил. Не, ну было бы странно, если бы ты ей уже дарил две гвоздики, Кирилл. Да как ты, Хрейд, советовал, я вот собирался, но вот никак, спасибо большое. Ну, вот, в этот раз подаришь, она 100% обрадуется. Очень надеюсь. Да, все, хорошо. Передавай ей привет, самое главное, и зови потом после того, как подаришь две гвоздики, на что бы там ни было, на свадьбу, на похороны, без разницы. Главное, зови, Кирилл, пока! Пока! Но я уверен, Стасике 100% понравится. Мне интересно, где она дурака-то такого откопала? Две гвоздики подарить. Ё-моё. Две.
Две гвоздики, прям как два рулика слева и справа. А ты продолжаешь думать, на какой из них тыкнуть? Да тыкни на какой хочешь, самое главное, потому что времени у тебя уже вообще получается не...